Любимая Наргиз, цветочек, поздравляю тебя с Новым годом, с наступающим. Поздравляю еще то, что будет в следующем году в июне. Поздравляю нашего любимого сыночка, который может станет настоящим пианистом, если будет хорошо учиться. И вообще поздравляю всех людей этого города Канска с наступающим Новым годом. Счастья, удачи, здоровья и любви. И всем, пожалуйста, улыбайтесь чаще, и тогда люди и вам будут улыбаться.